Быть или не быть? Так сейчас стоит вопрос относительно включения Волгограда в список городов, которые будут принимать чемпионат мира по футболу в 2018 году. Инспекционный визит в регион делегации Оргкомитета России-2018 с участием экспертов ФИФА состоялся в конце прошлой недели. И сегодня представители клуба экспертов Волгограда обсудили его итоги. Напомним, визит проходил в рамках отбора городов-организаторов чемпионата мира по футболу FIFA 2018. По мнению членов клуба экспертов, областной центр достойно смотрится на фоне остальных городов-кандидатов и имеет неплохие шансы на победу. Волгоград широко известен на мировой арене, имеет много городов-побратимов в различных странах. В числе слабых сторон региона эксперты назвали отсутствие необходимой по требованиям FIFA инфраструктуры. Вместе с тем, планы по реконструкции центральной набережной и аэропорта, представленные делегацией Оргкомитета России-2018, способны разрешить этот вопрос. Одно из главных преимуществ – то, что все объекты находятся в радиусе 4 километров, то есть они в пределах пешеходной доступности. Это было отмечено экспертами. И как бы мы ни относились с тем проблемами, которые нас с вами ожидают по переоборудованию города, это очень важно. То есть то, что у нас есть объективные данные, которые, кстати, лучше, чем у самого.